Добрый день, мои киты. Я рада всех приветствовать на своем канале. Итак, мои киты, я хочу сделать для вас прогноз на неделю 24 по 30 июня. Сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделя. У кого-то из тельцов какие-то моменты будут бумажные, вот эта вся волокита связана с законом, по закону, да. То, что было, как я всегда говорю, в мертвой точке, оно уже будет вылезать, оно уже будет как-то продвигаться. Это у кого-то из тельцов есть. Так, смотрим. Работа для моих тельцов. В работе вас ждет неожиданный финансовый сюрприз. Это очень хорошо. Кто-то получит премию, кто-то получит надбавку над вам ваша зарплата, еще вам как больше еще дают. Очень выгодные предложения у вас по работе ждут. Они очень выгодные, очень масштабные и прибыльные. Прекрасно, но вы этого не ожидаете. Вот, но у вас будет это все в плюс. Потрясающе. Так, денежка. Деньги будут, мои дорогие тельцы, у вас идет уже, как я всегда говорю, преображение по финансам, да, деньги будут, вы будете довольны собой, так же самое вы еще можете что-то себе приобретать, почему, потому что финансы будут очень хорошие у вас, вот и поэтому в работе вы не ожидаете, что вы такой куш взяли, да, это прекрасно, это хорошо, так же самое, если вы выполняете какие-то заказы, ваш клиент, ваш заказчик может вас очень хорошо отблагодарить, помимо того, что сумма гонорара за вашу работу еще и выше вам дадут. Это очень хорошо, это очень порядочные, хорошие люди. Так, смотрим дальше. Здоровечко ваше тоже хорошее, слава богу. По здоровью все хорошо. Также самое какие-то приятные новости будете получать. Что касается вашего здоровья, это, видать, вы ранее, как я на предыдущих раскладах говорила, куда-то ходили, что-то делали. Тут вы уже получаете новости, ну, хорошие. Личная жизнь для моих тельцов. Ага, ну, к вам кто-то влезает. В вашу личную жизнь кто-то влезает, хочет забрать ваше. Смотрите, будьте внимательны, потому что непорядочные люди, как я говорю, да. Но это у вас тянется из прошлого. Кто-то из прошлого возвращается из вашего общения ближайшего, да, и вашу личную жизнь ловит своего носа. Ну и в общем, будьте внимательны. Вот так. Социум для моих тельцов. Социуме вы прикладываете силы, прикладываете усилия, то есть вы трудитесь над каким-то новым общением. Так же само у вас есть какое-то общение с влиятельным каким-то человеком, да, и вы вот как трудитесь над этим всем, вот, ну, общаетесь, стараетесь этого человека не упустить, ну и так далее и тому подобное. Совет моим спецам на эту неделю. Будьте в партнерстве. Тут у вас личная жизнь. Обратите внимание, пожалуйста, на личную жизнь, на вашу семью. Почему? Потому что к вам кто-то влезает. Вы это поймете, вы это заметите. Увидите, что это такое. Так, чего не стоит делать моим тельцам на этой неделе? Куда-то как в новое какое-то идти. Новый этап, новый горизонт, новая возможность, новая дорога. Вот вам идти туда не надо, по крайней мере, на этой неделе. Почему? Потому что у нас эта неделя убывающая луна, да? Убыль. Вот так вот. Так, и чем порадует, обрадует моих тельцов эта неделя. Прояснится какая-то ситуация, вы видите обман. Выявите обман в вашей личной жизни. Вот оно вас и обрадует, порадует. Ну так, мои дорогие тельцы. Хороший у вас расклад. Выявите вот это обман, подводить вашу сторону. Это хорошо. Так, и одна карта из колоды Ленорман для моих тельцов. Что моим тельцам принесет эта неделя? Пришло время собирать урожай. Прекрасно, мои дорогие тельцы, у вас работа. Класс, финансы, класс. Пришло время собирать урожай. Но смотрите под ноги, чтобы не поранились, не оступились, потому что рана будет серьезная. Но будьте внимательны, пожалуйста. Итак, мои тельцы, я сделала для вас прогноз на неделю. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. До свидания.